Новый ролл там. Это он загружается. ТП-линк. Что-то, в общем, из новых. Антенки, вот сзади порты есть такие. Сейчас. Жидкокристаллический экран. Жидкокристаллический экран. О. О, Толик Стивен. Пароль сразу введите. Можно так поставить, без ноутбука. Да. А ну, потыкай, это же сенсор. Да, сенсор. Он как на телефоне. Сенсор, тут даже есть, наверное, а вот нас. Настраивай, Леша, интернет. Админ. Ну, короче, вот. Работает. Ну, давай настроим. Попробуем. Видишь, первое испытание. Так, к концу пока. Блять, как язык выставить. Тайм-зона. Даже время. Аляска даже. Опс. О, да, Киев, Рига. Синема. Что он поет? Синема? Синема. Кинематография синема. А на самом верху, как на компьютере, так и здесь, наверное. Синема. Ну все, нафиг. Киев, Рига, Польша, что это такое, или Варшава, что это такое должно быть? Киев. Ну не Польша, или Варшава. Или Каир. Тоже в нашем полюсе находится. Тебе на компьютере показать, чтобы не спорить? Кабул ставь, все, он там русский. Ставь Кабул, и все. Алма-Ата, вон есть, Россия. Берлин. Хуй его знал. Ну все, жми назад, Саша, время. Кеншин, вон есть. Эксит. А что ты это запомнил? Язык, что ли? Албания, да, это язык. Самый внизу. Еще вниз. ГКЛМНЭ О ПРРР русский. Ниже Россия. Дом. Don't speak. И теперь надо перезагрузить. Нет. Что тут? А, эпичник, что ли? ППУЕ. Don't speak. Next. Админ. Какой в жопу админ? Угу. Леша. В чемодане. Леша, еда. Какой админ? Если не писать, ППУЕ. Алексей, давайте сюда кабель. Очко. Сейчас. Чтоб медик не здесь наших не трогал. Секунду, подожди секунду. Висать. Ха. Мы сейчас все настроим, ты настроишь, все настроим. Попробуйте поэкспериментировать. Никакой. Легко сенсор нажимается. Вообще, блядь. Вообще лимончик. Е. Сюда удлините мне, пожалуйста, ребята. Не хватит его тебе туда. Если я туда оптику затащу, они ее похоронят. Да ну не спеши ты секунду, хай настроится сейчас и удлинитель, все будет. А как нижние подчеркивания надо сделать? Вот это, да. Нижние подчеркивания. Это как в мобильнике, правильно? О. Что такое? Что? А, ну что, все. Так. Не надо это снимать. Людям показывать, как настраивать. Паспорт. Это ты чисто для себя. Толик, мы сами разберемся, что с ним едет. Давай так, а? 90. Перестань. 6. Командир. 0 23. Уберем пару номеров. 41.
60. Блять, нажал или нет? 3. Не помню, нажал или нет, сука. Я вот так вот нихуя не могу удобно. Пальчик не залазит. Пальчик. 0,96. 0,96. 0,23. Да не диктуй, но на камеру снимай. Про себя. Ну, вот так сделать. На камеру. Что, не видишь, что я нажимаю на камере? Нет. Вот да. Сейчас уже видно. Все. Next. Что ли? Не попал, что ли? Не попал. Ну, пришла вода. А ну, подожди, 2,4 гигагерца, а какие там еще их частоты? Может, как в России уже. Так ими сети надо. У них, может, и шестерка уже там есть, или пятерка. Напиши босс. Как его зовут? Блять, у нас эти бумажки не позасовывало. Тана? А ну, это Тана имя? Где? Ну, сверху. Или Ганна? Ганна. Или Ивана. Ну, ведь почерк непонятный, он самой. Ганна, да. Или Тана. Напиши Ганна. Украинский мой. Короче, напишу Энсин. И все, пиши Энсин. А что такая, правильно? Да. Через шум вино. Так, пароль. Не говори последние цифры. Все вот так. Так. 96, 92. 33. Дон. Дон спик. Next. Пальцы, когда понял, мокрые. Я плохо нажимаю. Сенсор не работает. Угу. Пошла перезагрузка. Ой, блядь, столько, ой, ножки, блядь. Ой, как на корточках люди сидят, хреново. В общем, вот так вот настраивается самая последняя версия модели TP-Link роутер. Обалденовская вещь. Но он здоровый, честно. Ну, и как тяжелый, сказать? Блядь. Тяжелый, да. Такое предчувствие, как будто в нем куча микросхемы, куча всего. Но сенсор в нем есть, это точно. В общем, как-то так. Интересно, насколько он будет лупить. Ну, я думаю, на метров 100 он может... На метров 100 может потянет. Сейчас проверим, хватить. Ну, Лёх, давай вот туда. Тестинг, Катя. Всё. Финиш. Блядь, ну он только что охуенный. Надо пролить в интернете, что денег он тянет. Я себе такой куплю. И поставлю его в подъезде.